Владимирский регион может стать площадкой для реализации пилотного проекта по внедрению цифровых технологий в электросетевое хозяйство. Об этом губернатору области сообщил гендиректор компании-поставщика ПАО МРСК «Центра» Игорь Маковский. В деловой встрече он рассказал Владимиру Сипягину о том, что компания планирует перевести электросетевую инфраструктуру на новый уровень. Применение цифровых технологий в подаче электричества позволит повысить эффективность комплекса и снизить издержки. Владимир Сипягин, в свою очередь, дал профильным подразделениям поручение провести доскональный анализ этого предложения на предмет его рентабельности и пользы для региона.